Какая красота! Вот все удивляются здесь, что очень красивое место. У меня самое лучшее место в Осетре. Да, ну замечательно. Владимир Николаевич, а здесь что-то о природе прочитать? Да здесь я не знаю о природе. Или вы о природе мало пишете? Нет, много, но я их не читаю никогда, я не помню. На родном вашем просторе. Обосечно что-то, чтобы так потом провести и показать. Я сегодня в дождь выехал, дождь моросил. Вы в дождь поехали? Нет, я выехал, еще не было, потом начался. А сегодня и ночью в дождь. Камеры самые большие. Я про это и толкую. Вы упадете, камеру в руке держите наверху. Так, наверное, будешь падать вниз головой. Вот, Валентин Александрович, какие края-то у нас красивые, а? Ну вот и спас яблочный, а яблок на яблоне нет. Два нашли у Владимира Николаевича на яблоньке. Ах, какие. Четыре здесь. Четыре всего, да? Пока висят. Так что спас в этом году бедный, бледный. Здесь одно висит еще. Так у вас, Владимир Николаевич. У вас тоже. Да, яблок даже в этом году нет. И год-то какой-то, каждый день льет, вот каждый день. У угла там было много, но все попали. Сыпались, да? Ну ладно, до встречи, ждем вас.